Кинотеатр «Дружба». Новый широкоэкранный кинотеатр «Дружба» открылся в микрорайоне завода «Кирсельмаш» 1 августа 1961 года. Кинозал был рассчитан на 300 мест. За последующие 10 лет успешной работы кинотеатр посетило более 3 миллионов человек. В 1997 году на базе «Дружбы» открылся Центр российского кино. Здесь решили показывать только российские фильмы, а на премьеры кинолент приезжали известные режиссеры и актеры. Сегодня «Дружба» — один из немногих в России успешно работающих кинотеатров, построенных в середине 20 века.